Модные бары, рестораны авторской кухни, семейные кафе. Челябинские рестораторы не перестают удивлять своих гостей новыми концепциями вкуса и атмосферы. Этим и объясняется популярность премии «Что где есть» в Челябинске. Появились интересные проекты даже за этот год, вот, который мы полгода прошло с прошлой премии, и уже видно, что как-то люди поверили в то, что это возможно. И самое главное, что поверили в это и рестораторы, и клиенты. На мой взгляд, есть много таких как раз-таки заведений, которые не на слуху, но тем не менее были бы интересны потребителю, да, прийти туда с удовольствием покушать, провести время. И вот эта премия, она позволяет как раз-таки донести эту информацию. Да, это очень много, это целая культура, это целый пласт, и если мы бодрые, радостные, веселые, наполненные энергией, потому что мы вкусно, хорошо покушали, то у нас все остальные свершения и дела получаются прекрасно и вот на удивление легко. Для каждого ресторатора его любимое дело – это больше, чем бизнес. Душа болит и за интерьер, и за персонал, и, конечно же, за кухню. Именно поэтому так важно получить заветную тарелочку. Победы являются стимулом для развития, для новых открытий, новых проектов. Это нужно делать просто проекты с душой. И тогда в какой-то душе найдется отклик для того проекта, который делает ресторатор. Я на самом деле делаю проекты, просто которые я бы хотела видеть в нашем городе. Теперь о том, как выбирали победителей. Сначала был этап открытого голосования, по результатам которого определили тройку лучших в каждой номинации. А затем свое мнение высказали 40 экспертов, в числе которых известные бизнесмены, общественники, журналисты. Мы приучаем людей к вкусу. Они, когда приходят к нам и учатся готовить у наших шеф-поваров, готовя определенные блюда, они понимают, что им может в нем не нравиться, что какой ингредиент можно добавить, убрать. И тем самым, когда потом, приходя в ресторан, они могут понимать, что им принесли и чего там не хватает. Я думаю, что люди, которые приходят в ресторан, они не просто хотят пообедать, а получить какие-то эмоции. То есть мы работаем ради эмоций, и это радует. Итоги второй ресторанной премии «Что где есть» в Челябинске оказались следующие. Лучший шеф-повар – Азамат Абдрахманов, ресторан «Сова». Лучший интерьер – гастробар «Толстой». Кофейня «Бель-Этаж» победу одержала сразу в двух номинациях – «Лучший завтрак» и «Ресторан на каждый день». Самое вкусное мясное блюдо готовят в классике жанра, а фирменное – в ресторане «Семь пятниц». Лучшей командой признан коллектив «Борис Бара». За вклад в развитие индустрии приз достался студии «Базилик». Открытие года – «Шах и мята». Лучший ресторан – «Базилио». Таковы итоги этого полугодия в ресторанной индустрии.